Экскурсия по боссам началась для представителей предприятия «Танеко» с ознакомления с технологией очистки сточных вод, которая применяется на Нижнекамской нефтехиме. Важно отметить, что для нефтехимиков реконструкция БОС стала одним из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды. Первый этап был осуществлен в 2016 году. Заново построили и оборудовали весь узел механической очистки хозбытовых стоков. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и герметичен. Запахи, которые раньше уходили в атмосферу, теперь собираются и нейтрализуются. В 2019 году был завершен второй этап. Для улучшения качества очистки химзагрязненных стоков и загрязненного воздуха на узле механической очистки был внедрен метод биофильтрации с эффективностью очистки до 95%. Имеется набос и видеопанель, на которой отражается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени. Гостей провели по территории, в подробностях рассказали и показали каждый этап очистки стоков. Делегация посетила здание решеток, современные песколовки, приемную камеру, бассейн сбора полимерной крошки, блок удаления летучих углеводородов и блок газоочистки. Использование бассейна для сбора ловушечного продукта, предназначенного для улавливания из стоков нефтепродуктов. А применение аэротенков закрытого типа позволяет отдувать и улавливать выделяющиеся в процессе очистки неприятные химические запахи. Делегация высоко оценила современные технологические решения Нижнекамской нефтехима. Гости задавали много вопросов. Их интересовали все подробности успешной реализации экологического проекта по реконструкции биологических очистных сооружений. В качестве консультанта присутствовал технический специалист компании «Медиана Фильтр» из Москвы. Он прибыл на БОС для проведения регламентных работ на станции воздухоочистки. Кстати, Дмитрий – эксперт широкого профиля. Побывал на большом количестве объектов по очистке воды, знает каждую деталь. Он дал положительную характеристику работе очистных сооружений Нижнекамской нефтехима. В данных химкостях происходит процесс биологической очистки, который является нормальным природным процессом, протекающим в природных условиях. Тем не менее, в данных резервуарах этот процесс интенсифицирован для достижения наиболее оптимального уровня очистки. Результат очистки вы можете увидеть на выходе из очистных сооружений, то есть то, какая чистая вода получается после процесса биологической очистки. По завершению мероприятия делегация осталась довольна экскурсией. Специалисты Нижнекамской нефтехимы и «Танеко» считают подобный обмен опытом весьма полезным. Технологии изучаются и в будущем внедряются у себя на предприятии. Сегодня у нас на очистные сооружения посетили работники «Танеко». Посетили с целью посмотреть, как у нас идут технологические процессы после окончания реконструкции первого-второго этапа. Очень им интересно было навыки эксплуатации, которые нового оборудования. Специалисты из «Танеко» дали высокую оценку работе биологических очистных сооружений Нижнекамской нефтехимы. Получили огромный опыт. Мы хотели узнать газоочистку, ятаган и биофильтр. С нашей стороны мы изучили всю технологию, нам понравилась сама газоочистка. Понравилась механическая очистка, все закрыто и все герметично. Биофильтр мне очень понравился, это преаэратор и сама технология биофильтрации хорошая. После этой экскурсии гости из «Танеко» ждут нефтехимиков с ответным визитом. Влад Златковский, Фахри Исламов, Эн-Медиа.